о нем никогда не помнить. Как искупать свои грехи, если успел пожить и накосячить, но все же старайся жить и идти путем духовного роста? Вот само понятие того, что вы идете путем духовного роста, это и называется искупить свои грехи. Потому что только изменяя перевешивание чаш, на которых мы находимся, перевешивание чаш радости, любви и счастья, и удовольствия, морали, можно перевесить те грехи, которые мы совершаем. Все люди грешны, так уж мир нас устроил, у всех есть грехи. Кстати, несколько слов о грехах. А вы хотите узнать, что же такое на самом деле грехи? Для того, чтобы узнать, станьте частью моей общественной организации РТЕ, и вы получите огромное количество информации в виде огромного количества семинаров, которые находятся сейчас в доступе для учеников школы Кайлас, которые являются еще и членами Института развития творческой единицы, так называется наша общественная организация. Для того, чтобы это сделать, необходимо пройти на мой сайт duiko.guru, написать, участвовать в ИРТЕ заседаниях, где регистрируйтесь, начинайте участвовать и получите более чем к 100 семинарам доступ, огромное количество информации о том, что такое духовный рост, о том, что такое грех, о том, как мы живем, что такое народ индов, об этом и о другом. Вы сможете всю информацию получить прямо на моем сайте duiko.guru.